твою мать. Ой. Вот это сюрприз. Опять она. Вот это Придитесь. Сюрприз, действительно. О, очень опасен. Ребят, да короче, челлендж делаю. Делаю челлендж. Убить ежиху без единого выстрела. О! Вот это хорош. Музлишка. Как раз напоследок сражаемся с ежихой. Не успел. Ну, бей током. У меня откаты пошли тока, как назло. А, ежика перегрелась. Да что ж такое? И вот опять у меня откат, да? Ладно. Я сдохну, мне кажется. С первого раза я не смогу это сделать. А чё у меня по хилкам? Ага. Вот это сожрём. Попало все равно, гадина. Беги. Есть. Фух. Гранаты кидать могу. Не знаю. Я лучше буду дальше так же мучиться. Половину хп снес. Злая сволочь. Да что ж ты меня обманула-то, а? Хитрая ежиха. Ай, кнопочка где? Надо запоминать, какие я могу нажать. Оп! Вовремя! Еще два раза. Вот тут я не сносил, значит, да? Надо, значит, тусить вокруг этой штуки. Блин, музло, конечно, охрененное, ребята. Музло просто супер. И оно, кстати, описывает состояние игрока в этот момент, я тебе скажу. То, что ты находишься в напряжении, особенно то, что я решил делать.
вот эту хрень заниматься. Вот вам, кстати, уже и челлендж ютуберский, да? Где? Кнопочка. Сейчас должна вылезти, да? Езжай! Ну! Есть! А вот и сделали, ребята! Мирный робот? Вам виднее, товарищ майор. Yeah. У вас богатый опыт взаимодействия с боевыми роботами. У меня? Вот чё? Так вот, ради вас я сделал это. Только я не помню никак. Убить ежиху без единого выстрела, ребята. Я так рад.